Вот так вот. Как нет, ты красавчик. Да. Уходи. Переворачивай. Это короче, проделки. Погоняли. Это проделки Обамы, пацаны. Проделки Обамы. Это все Обама. Ёбаный Обама, нахуй. Это они сейчас. Я переворачиваю. Сейчас я переворачиваю тачку. Я переворачиваю. Я тачку. Тоже переворачиваю. А я не переворачиваю. Ты насколько я не полос? Мне на полосе ты видишь переворачивай. Подлечите кто-нибудь, с машины ноги сломал. Мам, телефон! Энергина будет. Выражаю благодарность. Не, ну все, сломал ноги, значит, типа, тебя надо прикончить. Садитесь. Все, поехали. Все грузитесь, не, ну, типа, и поехали. В Таркове ты просто энергин. Все грузитесь, поехали. Можно, пожалуйста, без Таркова? До сих пор говорит от меня. Давай, что ты это замолчишь, да. И давай как-то мне это шампунь из АК. Я, короче, тоже пойгану, бля, капец. Да, то же самое. Пожалел, короче, то, что потратил. Ты, а когда говоришь, там, что тебе есть выкрикивать? Мне вообще интересует, что там в Таркове происходит. Что там в Таркове? Тарков говно, блин, хардкорно, не покупайте. Блядь, я купил тебе где-то, да, год не назад, до сих пор не за ни разу не скачал. Дежавю, I've just been in this place before. Ага. Так, новый приказ на советскую базу. Сейчас обновлю маркер. Да один хрен, я знаю, где это. Ну, так удобнее, что. Ну, ладно. Яндекс такси, да? Какой Яндекс такси тебе? Я такси из Киберпанка. Убер, Убер Блэк, пацан. Я летаю сквозь стены. Если ты из Киберпанка, то почему ты еще в текстурах не застрял? Это вопрос времени. Думал. Не, вопрос времени, мы сейчас будем летать, либо улетим под землю? Нет, мы будем находиться в межпространственном отношении. По нам кто-то из тура выстрелил. Не-не-не, слева там пошел. Нет, не по нам. Давайте быстрее, топка, надо нашим помочь, пацаны. Давайте, быстрее. Что-то летит. Да нет, Анюл, не мешай ты. Топи, да того. Давай. 5 звезд в Убере поставлю. Заедь в этот, в радиус роба, чтобы разгрузить. Сейчас как разгрузить. Я там разгрузил. Эй, народ, наши водители в маске либо нет, у меня тут спрашивают. Да, маски. Не, ну вот опять звезд. Все разгрузочно, все строим маты, потом патроны. Поп будем ставить сейчас. Несколько человек за мной. Остальные круговую оборону занимайте. От машины. Меня чуть не убили, или вы успели выгрузить? Успели? Успели, все успели выгрузить. Все, там до нуля. Красава. Сейчас оп, поднимем где-нибудь рядом и вообще тема. Но сначала ралик откину. Народ, машину можно как-то двинуть? Я прям под ней застрял. Ралик откину. Нет. Да, тебе нужно умереть. Нет, прости тебя. А какая там команда, чтобы сдохнуть и переродиться? К нам отправить. За мной все, пацаны, за мной. Сейчас в ангар зайдем, там оп, поднимем. Трубы есть рядом. А тандем у нас есть? Нету, там тандема нету. Надо отбить хаб. Некоторые группы, пацаны, труба, отбейте труба, хаб, который труба заблокировали, а остальные все за мной. Строить новый. Ко мне этот один ёбаный страйкер заблокировал. А. У нас, кажется, рация повредилась. Труба у нас. А, все, у нас рация горит. Че там со страйкером этим? Сейчас в него кто-то попал. Ты рад встать будешь? Да, Фоба мечает вражеский.
Надо сейчас еще раз мне его попробовать. Я могу с калаша пострелять, поможет? Пока двое человек со мной, остальные рассредоточьтесь по точке, забейте круговую оборону. Попытайтесь страйкер выбить. Я сейчас остальные попробую двое. Этих чуваков, которые на страйкере будут. Ты... Вроде гореть начал. Я, по-моему, отвлекаю его на себя, там кто-то минирует. О, у нас минус база, охуенно. Да-да-да. Да потому что, блядь, этот ебучий страйкер выйдет. Я, конечно, вас не тороплю, но на мне об этом стоит. Отлично. Да, он на меня сконцентрирован. Медик, у нас есть в складе медик? Поднимите трубу, кто получит, кто сможет. Ща я резнусь. Халяр. Почему ты тут? Пацаны, кто может, добавитесь на мэни, приведите саплайку. А все, пойдем в точку, что на него смотреть. Он может помешать с этим нашим подставкам. Сейчас, поймем. Короче, вертолет. Точку просто забираем. Пацаны, сейчас, короче, вертолет подлетит, кого будем поднимать. У нас вертолет. Поднимите. Ко мне строители. Нужно несколько человек. Пулю он взорвал. Ставь хап, я буду выкапываться. И... Ты не лично. Так, теперь новый приказ. Занимаем оборону круговую на Совет Бейсе, рассредоточившись по секторам. Приняли? Те, кто умрет, заспавнитесь, один человек на мэне, привезите саплайку. Район зачищен. Повторяю, район зачищен. Какая нам наша сейчас миссия? Держать точку, либо идти нападать? Нет, защищать. Надо защищать. Круговую оборону займите. Займите круговую оборону. Главное, с триггера не уйти. Да. Внутри триггера. Круговую оборону займите. Это обязательно.
Старка, пацаны, там севером наступают. С Airbus. Я пережил. Вижу тур на 47, метка. А, понял. Пусть жить летит, он тебе не даст просто уйти. Фаертиму дайте мне, вижу противника в тур, где стоит. Кому фаертиму? Бевил Мэднес. Хифта прямо рядом с тобой один. Он раненый. Тур поставил, где там где? Пехота, они окапываются, сидят. Я тебе фаертиму дал, поставь метки. Я уже отметил. На северо-востоке. Метка Птура. Ты кинул метку на Птур? Да, понял все. А, все, принял. Там пехота, минимум 3 человека, одного на Птуре снял. Тур работает все еще. Я вот там буду продвигаться. Хорошо. Нет, не продвигайся. Наша задача оборонять совет бейс. Другой отход с ним разберется. Okay. Сколько расстояния? Наша задача оборонять совет бейс. Кипстер один на крыше, там и вот те бочки. Я один справа. Все хорошо. Хорошо, молодцы. Значит, а нужно кого-нибудь отправить, чтобы в тур вынести? Нет. Потому что там, никто не там нельзя. Там не в тур, там фоба. Там еще и плохой они. Хорошо, сейчас я как-то говорю с командиром о том, что чудо. Там помимо тура стоит. Ну то есть. Ну так все равно нужно его выносить. Да. Ну сейчас наш совет бейс. Так он всех вертолеты будет подбивать. Зачем он сюда летит? Сейчас я хочу вот поговорить насчет этого с командиром. Хорошо, сняли. Отлично. Это не... Это мешки только были. Кто там стоит? Кто еще стоит? Метров 300, наверное, 250-300. Thank you.
300 много. Новый приказ. Все направляемся вот на вражеский фобу, вот эту вражескую, после авиаудара. Выносить и защищать. Хорошо, авиаудар. Ну вот, остальное надо остатки зачистить, ликвидировать. Да, да, которая на севере. Где-то танк, это недостаточно, чтобы попасть за этот же пульс и посмотреть тут танк. И боеприпасы попасть. Что еще раз плохо слышишь, повтори? Говорю, у нас где-то на востоке хуярит танк. Со стороны Гастауна, там отметили вроде. Говорю, можно попробовать с тура их посмотреть. Типа не вламывать. А за чужой птур разве можно садиться? Да. Да. Когда всюду будет стационарку вражескую, можно сесть. Тур убрали. Тур, минометы, пулеметы. Как там ситуация на севере? Зачистили? Здесь есть пару человек, пока нет. Но тур уже уничтожен. Как закончите, сообщите мне дальше. Понял. Они сами выкопали, скорее всего. Или драться в ударом стекли. Ни птура, ничего нету. Типа птур сам по себе не исчез. Здесь все чисто. Можем возвращаться. Да. Но я еще раз говорю, логика какая. Тур никто не выкапывал. Если он исчез, значит фоба исчезла. Все, фоба исчезла? Да. Все хорошо. Да. Сейчас пока возвращайтесь на ревбейс. Я решил, что дальше будет. А кто занимается дефом? Какие сквады? Ну, второй наш. Вижу, шестой тут ходит, или это девятый? Девятый. Сейчас помолчите, пожалуйста, ребят. Нифига не слышно командирский чат. Приказ такой. Совет бейс обороняем. После того, как поднимет хаб на Гастауне, там спавнимся. Можно фаертим я поставлю? Пока сейчас обороняем совет бейс. А как мы там спавнимся, если нам для этого умереть надо? Нет, вообще, после того, ну как если вы умрем, короче, сдохнете и так далее. Сейчас, короче, также обороняем. Вы в одном месте все не кучкуйтесь, рассредоточьтесь, сейчас я отмечу метки, куда, именно какой фронт. Со стороны Airbase подходит народ. Так, я этого пулеметчика пиздюка снял вроде. Вот. Он был вот там, где дым, смотрите, на юге ровно. Дым вот. Вот примерный вам фронт, то есть по этому фронту рассредоточьтесь, по этим квадратам, так сказать, по маркерам.
по этим линиям. О, пошли. Помогите мне кто-нибудь с западной части. Блядь, я как сам так орёт. Подожди секунду. Хипстер, ты зачем тебе? Я открыл, смотрел. Стрельба какая-то. Да, стрельба непонятно откуда. Вот тут со мной еще один человек, он тебе постреляет, я его не вижу, куда он стреляет. Тебе зачем соплайка? Патроны взял, патроны я взял. А, патроны взял? Да, да. Хорошо. На западном направлении. Укрепитесь, еще один человек. Западное направление, вижу двоих, троих. Бегут вдали. Пытается зайти максимально с запада. Понял. Сейчас примерные метки поставлю, подкорректирую. Примерно по дальней, нет, ближе дальней от взлетной полосы. Нормально? Чуть-чуть дальше, но окей, сойдет. Их уже там пятеро где-то будет. Я к тебе иду. Вот актуальный, да, метки? Вот все, скоординируйтесь по западу. Смотрите, пацаны, вот если нам совет бейс никак нельзя потерять. Они перетягивают силы, они там все бегут и бегут. Западное направление, да? Да, верно. Ну все, хорошо, обороняйтесь, прям кровь из носа, потому что сейчас основные на гасон брошены. Нам другие сквады вряд ли помогут, так что нам надо самим. Если прям критически... От нас запросят, насколько помощь. Далеко? А фиг его знает. Примерно. Спаси как предел видимости, они там совсем мелкие были. Вот я вам, пацаны, видите, пацаны, вот на карте вы визуальный фронт пометил, за эти линии не заходите. Стоит. У тебя фаер тима есть, ты можешь сам пометить. Заебись, сорту убили.
Или это ракета, хуй знает. Это гранатомет, скорее всего. Миномет. Нет, это не миномет. Так, сейчас я, короче, постараюсь в западном направлении станковый пулемет у вас поднять. Дополнительная поддержка была. По восточному направлению. Там стоит юго-восток. Юго-восточное направление. Да, вот по глазу. У нас сами... Чего, помощь нужна? На западном. Пока все тихо. Пока все тихо, но вы смотрите в оба прям. Но один скават врагов куда-то исчез, типа, но где-то там сидит. Пару бойцов еще вот на актуальную метку защиты щита. Передвиньтесь, тоже надо посмотреть, вдруг они сменили направление атаки. Остальные трое или четверо оставайтесь. Вот восточное направление надо тоже посмотреть в оба. Нам бы еще на второй хаб сюда бы патронов подвезти, потому что только к нижнему везут. Я бы думал, там еще один второй хоп поднять. Не, вот тут типа снизу же типа 6 тысяч патронов, а повыше, которые на северном вообще 30. Они вывезли отсюда. Да, они сказали, что подвезут нам на совет бейс сейчас. Активность не будет. Йо, пульки не нужны? Да. Так, жить, переместись вот на мою метку.
Какая ты метка? Кому? Ты мне? Ну вот, метка вторая на карте. Вот, просто два написано. Куда переместить? Понял. Сюда. Да. Войну. Подойдите. Ровно на востоке где-то танк, я не знаю. С востока бьет. Юга. А? Метки вот сейчас ставлю примерно нормальные, подкорректируйте. Я на них никого не вижу сейчас.
А где все синяки? Сейчас штурм, скорее всего, будет. Но у них там что-то будет. А, северо-восток есть враг, восток. Где-то 60 направлений будет. Бежит по полю одиночный чел на 120. Сапайка ихняя едет в нашу сторону. С юго-востока или как-то там. СЕ. На Е, Е. 76, 75 уже. Сапайка и пехота восток. На Е. И пехоты до хрена туда же идет. Откуда синяков будет? Стой. Да. Корректно? Да. А сопля на мне, от меня 200 метров. Ну, грузовик стоит, по крайней мере. Да, это она и была. По розовому пути, вот тут еще, блядь. Откуда они лезут? Вот метку актуально метка поставил, сапули и пехоты. Походу могут с запада идти. Твоего обидчика ушатал. Командир, мне метку дай. На гребень здесь от меня метров 10. Машина стоит. Сапайка? Нет, вроде обычный грузовик. Но я на западе никого не вижу. Поставь. На метке глаза пехота. Танки в нашу сторону. У тебя партима есть, пометь. Так, бойцы, рассредоточьтесь вот и фронта метки. За линию метки не проходите, то есть за эту линию.
С запада иду. Складной где стоим? На мэне. Нет, совид. О, не на мэне. Далеко идут с запада. Кто... Восточный повод. Ход. Северо-восточный. На мне. А у нас есть стрелок свободный? Стрелок есть только один, я чуть хотел. Зашли уже на входе. Я думаю, на встречу друг другу побежать, и это патроны кончились вообще. Сейчас фобу найду. Да, я. Тебя тоже убили? Да. Понимаю. Можешь поднять или как? Нет, ты лучше не поднимай так. Так тебя поднимать или? Поднимай, поднимай. Медики у нас есть в скваде? Да. Да. Дойди, вылечи, пожалуйста. Командир, где РПГ поставить? Метка щит актуальна. А, так это сзади. Сейчас подниму. Да, сейчас надо думать.
новый приказ. Надо открывать реальность. Сородинника, который на вертушке высадился. Все прям, все свободные. Аккуратно. Тык, сеть, и устранить. Приняли приказ? Куда он высадился? Приказ где? На метку вертушки. Все хорошо, все... На метку вертушки? Да, 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 да. На метку... Меча, куда все двигайтесь. Командир пулеметчик оставляет или брать трубу для вертушки? Пулеметчик. Я не вижу. Метка меч. А, я не вижу. Противник не перетекает с юго-запада, уже есть, в наших рвах. Юго-запад, наши рвы уже. Юго-запад? Да, вот, да, вот где метка, они прямо там уже заходят. Минимум две эмки слышу, плюс пулемет. Подкорректирую, нормально поставил? Или чуть дальше? Да вот считай уже у меня, я тут двоих убил. Только что вот на мне прям. И чуть дальше пулемет где-то здесь. Ангары, которые от меня западнее, там пехота сейчас прибегает. Браво! На юго-восток. На... Сегодня на юго-восток. Северо-восток. На северо-восточное направление направляйтесь. Надо укрепиться там. Отряд Браво, только отряд Браво. Приняли? Браво, доложите ситуацию. Ну, нихуя нет, пока что. Пару минут, 5 минут примерно. Посидите, посмотрите, развейте. Если никого ничего не будет, то на вертолет, нет вертолета. А, вертолет, все. Все хорошо. На метку 6-го направляйтесь, там вертушка, надо помочь нашему 6-му складу. Приняли? Все, кроме Браво, туда направляйтесь. У нас тут танк. Танк на севере у вас? Но метка на нем есть. Северо-восток. Он наступает назад. И они снимают. Да. Метка Браво, Птур сейчас будет. Птур? Все хорошо принято, сейчас помечу. Я вижу, сошки поставил скопной, они сейчас строят его. Так, тогда Браво, направляйтесь туда, ликвидировать Птур, аккуратнее. Я хочу захватить этот Птур и уебать с него танк. Все, давай, удачи. А, спасибо. Так, в отряде Браво пополнение, все, кто состоит в Браво, направляйтесь на ликвидацию Птура.
Я обновил. Пехота здесь состав. Уже. Мет... Здесь уже проходит человека 3. Браво, то есть я обновил состав. Все двигайтесь на точку движения для Браво. То есть ликвидировать пехоту и захватить Птуль. Есть, принял. Противник уже здесь, ребята. Катки поставил на северо-востоке. Меня только что прыгнули, человека убил тут. Ты пошли, смотри, там внимательно. Слушай, иди на ПП. Выкопай на метр. Лестница там стоит. Сейчас выкопаю. Сейчас ты мне еще понадобишься, надо. Я там хочу стационары пулемет. А, нет, сюда не застрял. Через 20 секунд придет командир. Мне кажется, я не знаю. Так, сейчас с другой стороны ПКП, я туда здесь. Просто что-то сейчас замик стоит.
Так, не наши ПМП случайно. Да, ошибки, наш. Там по 10, по 20, по 40. Че толку-то? Ривер. Блять, я с ним немного проебали. Мы Ривер почти зашел, самый выиграл. Результативный склад. Йоу. Йоу, пацаны, йоу. Пацаны. Мы Ападон удержали. Йоу, да. У нас больше, у вас на один фракции уже больше. Вы АФКшников убивали, а мы нет. Мы воевали. Мы Ападон удержали. Удерживать линию фронта любой ценой. Опять нормальному командиру попал. Так, кому фаертим ушел сразу? Сказал. Понял. Синяк, ты чё пялись? А, это наш. Чё у нас по плану рассказывали? Ща посмотрим, если скрылся. Ты синяя. Да ты наш, да? Все на выход правда. Не видно. А, о, вижу, медик. Садись в складовозку, ё-мо. У медика это я уважаю, красава. Я пере... Садись давай быстро. Да еще 100 секунд, блядь, еще тратить. А че у нас один медик, а че второго никто не взял? Для меня оставили специально? Но мы смотрим, ты выбрал, как только зашел. Медик. У тебя иллюзия. Актриса, да, в качестве? Да, медик. Что? Мы видели свои лица, это просто пиздец. Вот а вот это посередине, год. Жесть. Я надеюсь, не такой хоть? Посмотрите меня. Сейчас, короче, приказ такой. Что-то пытали, не кормили.
первый захватит точку, и после того, ну, посмотрим, какая следующая будет, и от этого играть будем. Так что мы не будем заезжать вот в передовое. Приняли? Да, пошел, медик. Принял, нахуй. Меня вообще нормально слышно? Да? Отлично. Или мне гранатомет оставить, не брать медика второго? Алло. Ну ладно, блядь. Да оставь гранатомет. Бля, мой ёбаный мо нахуй, блядь. Ёбаный, ёбаный, блядь. Нахуй, нахуй, блядь. Назначен новый командир. Всё. Бейк такси начинается. Да, по нам. Ёкарный папа. Умирает от меня. По соседям. Никак, короче, ник. Попали. Ё-моё. Блин, первого попадания там. Всё, давайте тут будем. Всё, спешиваемся, наверное. Сейчас, короче, так сделаем. Разгружайтесь быстрее, ну, вплю разгружайте, быстрее, быстрее. Прости, братан. Красавчик. А, под... как бы какой хоп. Просто красавчик. Как выкопаем ход, направляйтесь мочить пехоту, которая вот нам досаждала. Приняли приказ? Ага. На метку меча все туда, сейчас надо вынести пехоту. Посмотрите, блядь, наши долбоёбы стреляют. Убил одного. Все приняли приказ. Ликвидируем пехоту, что которая вот на метке альфа, на щита. Ой, щита меча. День. Так, давайте, пацаны, аккуратнее. Это что, ралик? А нет, это... Снимите на... Ё-моё, медик. Чё, всё? Давай, беги. Что там, седьмого встретили, да? Кончились враги, да? Все хорошо, зачистили, все, тогда все направляемся захватывать передовые.
метка движения. Медик, медик. Все на метку движения. И тут есть минометы на этой карте, или они везде есть, блин? Не везде. Бля, хуёво. Враг на дороге. А это был не наш? Нет. Бит. Я убил его, Коля. Полежал сюда. Ну, одного я только что убил, а второй хер знает. Второго не нашел. Так, все так, давайте, давайте. Блять, сколько-то я по нему попал. Подо мной. Вы его убили или нет? Бинтоваться, потому что я по нему два или три раза попал. Я попал. Спереди. Да-да-да. Убил. Знаете, пацаны, вы по полю не идите, вы по лицам идите, то есть по деревьям, чтобы деревья раскрывали. По полю открытому это такое себе идти. Все, кто погиб и находится рядом тиммейты, идите в апрель. Кстати, а с тандема есть смысл по хобби стрелять, по хабу? Ну, конечно. Ну, тандем. Или хай... А, тандем? Блин, насчет этого не знаю, тесте. Надо проверить. Ну, хай положит тогда нормально? Или... Я в 4 точно работаю. Там вроде вся площадка работает. Ко мне кто-нибудь подойдите, я ралик откину. Безумно. Ко мне кто-нибудь, один боец. Это ж не наш танец, что там? Где вертолет? Ахуй на нее, блять, похуй. Какой-то мудак по нам работает, ты лучше спрячься чуть левее. Там один близко, по-моему, сидит. В кустах где-то. Ближе к дороге.
сука. Откуда у нас шапа, блин? В кустах немножко не хватило, чтобы ралик пойдет. Уничтожил двоих возле дороги. Только попробую, блядь, не пробуйся. Медик, я жду тебя. Ага, я не киваюсь. Это что, типа нам в спину заходит? Да, север. Попрошу в космос поставим. А нам на меня тоже по нашей ходу поздут. Может там какие-то дымы, что-то я не знаю. Они на 100 подходят. Все, ралик откинул наконец-то. Теперь все идем атакуем. Когда их будете, дымы откидывайте сперва, а потом идите. Там техника какая-то есть. Ставьте технику метку. Я не особо сейчас понимаю, где он. Это наш, походу, это другой наш. Наши хоббиты, да. Опа, боль. Взорвали. Перекресток здесь есть.
На меня дым киньте и попробуйте поймать. Лежу. Вот убит. Те, кто вдох, давайте на мейне, заходите со сапплайка, будем новый поп ставить. Все забито. Да, все, это уже все, это 6-тики достаточно. А, ну да, да. Ладно, как я за так. Не получу звонка, ну. Бывает как. Ну да. Я, они, я что-то капец не засмотрелся, они побо как-то нашу вынесли тут, бляха, муха, надо было ее отбивать. Зараза. Из-за этого туда фига тикетов тоже потеряли. Патроны, зацените дрифт сейчас будет, подхон будет там, жирный поставить. Чё, как? Нет? Чё, это нурсултанский дрифт? Слышишь, заедь прям в точку. Да, ну. Пусть перестреляли по себе. Нам нужно сделать действие. Успеем? Блин. Ну, вот это вылазшало. Повезло, не фартануло. Не повезло, не фартануло. Чуть-чуть не хватило буквально. Чуть-чуть. Пробуем снова.